Привет! Сегодня мы приехали на Дельфиний риф. Это наше самое любимое место в Эйлате. Но приехали мы не только на Дельфиний риф. Мы приехали на Стальбит аля Майм. Что это? Покажу вам сегодня. Скажите, мы в раю? Вы знаете, уже на самом входе это место предрасполагает к релаксу. Вы слышите этих петухов? Я в шоке. Я в предвкушении чего-то необыкновенного. Ну вот, указатель на то место, куда мы сегодня идем. Комплекс расположен на берегу Дельфиньего рифа и включает в себя зоны отдыха с видом на Эйлатский залив и 3 релаксационных бассейна. Знаете, у меня ощущение мини-Таиланда. Ну вот они и сами бассейны. Вот в этом бассейне не только морская вода, здесь еще и мелкая галька, которая создает просто, знаете, непередаваемые тактильные ощущения. Такой вот приятный точечный массаж стоп. В этом бассейне я получила получасовой сеанс водной терапии. Погружаясь в воду, тебя обволакивает не только вода, но и мягкая, расслабляющая музыка. А это бассейн с концентрированной соленой водой. Соль здесь везде. Ну что, то, что было, это было классно. Ты лежишь на воде, под водой ты слушаешь музыку, она слышна только под водой. Тебя возят по этой воде, и ты чувствуешь вот это вот движение воды, волны тебя окутывают со всех сторон. Короче, ощущение полной расслабухи. Ой, какой-то смельчак зашел в воду. Ну, если он зашел, то мой муж точно зайдет. А я пока сомневаюсь. Вот представляете, пляж. И у нас тут гуляют павлины. Ох ты, он распушил хвост. Йо, успею, не успею.
Он распушил хвост. Красота какая. Боже мой, иди скорее. Иди сюда. Вау. Вау. Ой, какая курица красивая. Боже, смотрите, какие у нее лапы. Да. Здесь все необычное. Ну что, раз, два, о, класс, ой, Олег, класс, супер, ну все, я не выхожу. В Эйлате можно плавать и зимой, вода комфортная. Так близко подходят петухи. Ничего не боятся. Около меня пасется курица. Что-то в этот раз я залипла на кур и цыплят. Они такие милые. Маленькое счастье мне, городскому жителю, увидеть курицу с цыплятами. Ух ты какой! Красавец! Олег стоит, не хочет спугнуть этого королевского павлина. Вот посмотрите, и кошки, и утки. Ну, а теперь по сути. Почему я назвала видео «Для тех, у кого денег куры не клюют»?
Друзья, вход на Дельфиний риф 69 шекелей на человека. При этом вы можете посетить кафетерий с видом на залив. Стальбит Алямаем вход 170 шекелей на человека. Включает в себя 1 час в зоне бассейнов, фужер вина, сок, чай, печенье и орешки. Получасовой сеанс водной терапии 150 шекелей на человека. Вывод. Удовольствие мы, конечно, получили, но оно не стоит этих денег. Хотя, если бы цена была дешевле, спрос был бы наверняка больше. А место это предусматривает интимную атмосферу. Больше мы сюда не вернемся. Но на Дельфиний риф обязательно. На этом все. Увидимся в следующих сюжетах. Пока.